Кино на ТВ Рус. Будь осторожен, береги себя. 2 минуты. Угу. Я в течение года тебе обязательно все отдам. Перестань, все в порядке. Мелочись? Нет. А если проверим? Сережа! Я вас прошу, верните мне деньги, которые я вам давал. Нам придется продавать квартиру. Я приехал к вам с деловым предложением. Так что у вас за предложение? У вас, я так понимаю, очень большие долги, $20,000. Вы хорошо осведомлены. Дело в том, что я знаю одну очень порядочную, обеспеченную семью, Стаса и Яну. Яна, она не может иметь детей. Вы сейчас предлагаете мне стать суррогатной матерью? Почему сразу так грубо, суррогатной? Зато очень точно. Ну что ты думаешь, Маш, такой шанс? Ну как так можно отдать и деньги получить? Ты сможешь отказаться от своего ребенка? Ты же смогла. Откуда ты знаешь? Я давно знаю. Екатерина Решетникова в фильме «Судьба Марии». В воскресенье на ТВ Рус.